Вітаю, ви дивитесь телеканал Март. Це програма «Діалог» у студії Наталі Якобсон. Сьогодні до діалогу ми запросили Миколаївського міського голову 13-15 років і лідера фракції Наш край в Миколаївській міській раді Юрія Гранаторова. Вітаю вас. Добрий. Отже, я вітаю вас в нашій студії. Вітаю вас в цьому році, ми ще з вами не бачилися. І хотілося б відкрити наш ефір такою темою, що на комісіях міськради більшість депутатів теж поки що не бачились, тому що більшість комісій міськради поки що не відбулись в силу різних причин. Що думаєте ви з цього приводу і як взагалі, з огляду на це проводити найближчу там, сесію міськради і так далі? Все те вопросы, которые вынесены на сессию городского совета комиссиями, рассмотрены, иначе они не могут попасть в повестку дня, согласно действующего регламента. Что касается периодичности проведения комиссий, то причины совершенно разные. Не вижу в этом ничего страшного и трагичного. Комиссии, безусловно, важны, но не надо переоценивать их значение. Бюджет принят, план социально-экономического развития на столе в развернутом виде, исполком городского совета должен его реализовывать. Что касается проведения комиссии, то думаю, что в каждом индивидуальном случае есть какие-то причины сбоя в их заседаниях. Не стоит на этом заострять внимание. Тем более горожанам это совершенно не важно. Им важна реализация тех, Проєктів і тих можливостей, якими на сьогодні обладнає і обязана виконувати геройська власть. Тобто місто працює, не стоїть на місці. Нещодавно в стінах міської ради стався конфлікт між депутатом від вашої фракції і Андрієм Єрмолаєвим, який в міській раді очолює департамент антикорупційний. Так, було багато зауважень не лише від депутатів до його роботи, від вашої фракції, а взагалі від багатьох депутатів. Ну, хотілося б вашу думку почути з цього приводу. Здесь э, нет ничего такого, что нельзя было бы обсуждать. Э, конфликт произошел, насколько я понимаю, эмоциональный. Если кто-то превысил, э, будем так говорить, рамки приличия, либо нарушил закон, то тот, кто в обиде, тот, кто считает себя потерпевшей стороной, пусть по-мужски обращается в правоохранительные органы, или же э, в другом случае э, вот выясняет отношения более цивилизованным путем. Не вижу предмета обсуждать это, э, чтобы телезрители слушали о мелком конфликте, который яйца выеденного не стоит. Заразумело. Отже, чтобы а вы дали також прогноз работы депутатского корпуса на... Ну, в ближайшие месяцы, хотя бы не на рик, конечно, а на ближайший час. Жизнь не стоит на месте после принятия бюджета. Нужны его по возможности и необходимости корректировки. Нужно рассмотрение целого ряда вопросов. Есть комиссия бюджетная которая занимается не только бюджетом, планированием, финансами, но и другими вопросами, целым рядом вопросов. Есть комиссия по градостроительству и земельным отношениям, и жизнь не стоит на месте, там есть чем заниматься, есть что делать, согласно регламента и статуса депутата во местного совета, надо спокойно работать и э, действовать согласно тех планов, которые были этим же городским советом и городским головой намечены. Штатный, нормальный режим работы должен быть. Вот и все. А те, кто за это отвечают, должны организовывать этот режим работы. У нас для этого есть городской голова, секретарь совета, управление аппарата совета. И спрашивать такие вещи нужно прежде всего у них, а не у меня, как у руководителя фракции. Дивіться, зараз дуже багато різних чуток точиться навколо реконструкції Соборної площі. Встигаємо ми її зробити до 200 до ювілею нашого міста чи не встигаємо. А також скільки коштів на це буде витрачено. Депутат з вашої фракції знов таки робив відповідні коментарі з цього приводу. Хотілося б почути і вашу позицію. 90 мільйонів чи встигнемо, не встигнемо. Що ми побачимо зрештою за ці 90 мільйонів, як ви вважаєте? Ну, якщо я правильно все розумію, ви маєте в виду ювілей 230 тридцятиліття міста Ніколаєва, який пройде в сентябрі цього року? Да нет, успіть невозможно. Освоить практически около 100 миллионов нет никакой возможности. Это первое. Второе, у меня есть личное мнение по этому поводу: я никогда его не скрывал. Мне, я, конечно, не архитектор, но мне категорически не нравится этот проект, который был нам представлен. Мое мнение, что совершенно он для этого как бы не пригоден, не подходит. И с точки зрения э, восприятия визуального, и с других. Да и вообще, э, а стоит ли сейчас заниматься одной точкой в городе, на центральной площади, когда такое огромное количество проблем есть в городе Николаеве? Вы посмотрите, как э, хочется и, наверное, нужно это делать, но прислушиваться к другим людям тоже нужно, тем более, если это специалисты. Градостроительный совет, насколько я знаю, отложил это решение. Свое мнение э, мы выскажем, послушаем профессионалов, мы слушаем заслуженных строителей, заслуженных архитекторов, горожан, которые прожили всю жизнь в этом городе и являются э, элитой интеллигенции этого города. Все неоднозначно, поэтому я бы просто порекомендовал городскому голове еще раз внимательно все это пересмотреть и продумать каждую деталь. Понятно, есть желание э, сдать в эксплуатацию какой-то инфраструктурный, красивый, большой объект. Однако городского головы избирали горожане, и в данном случае желательно было бы э, с горожанами посоветоваться и найти для этого удобную, эффективную форму общения. И тогда по одной только картинке это достаточно сложно. Масса проблем, которые нужно решать. И хотелось бы, чтобы деньги не были выброшены на ветер, и мы бы не получили еще один не очень жизненно нужный на сегодняшний день долгострой. В принципе, в реконструкции нуждается большое количество объектов, однако приоритеты... Таким образом, я бы не расставлял. И я думаю, что э, мои коллеги, члены нашей фракции, э, меня в этом, в принципе, поддерживают. Нужен хороший, четкий диалог с архитекторами, с городским головой, с общественностью с депутатским корпусом для того, чтобы найти консенсус, чтобы реконструкция площади опять не превратилась в политическую баталию, которая закончится ничем, пшиком, а деньги опять будут не использованы. Для этого надо поступить мудро, дипломатично, профессионально. Ну, знов таки, если говорить про то, что не сможет здійснити в этом году департамент, я понимаю, что не совсем до вас это вопрос, возможно, это как як сентенция какая-то, а с приводу... перебудування адміністрації Інгульської адміністрації Інгульської, в якій мав розташовуватися ДНАП департамент надання адмінпослуг знов таки. Ми почули заяву з нового року про те, що на жаль ми не встигаємо це зробити. А тим часом укомплектовують штат департамента надання адмінпослуг розширюють ці послуги. Що взагалі буде на вашу це думку? Ідея далі далеко не нова. і її е, е, висказували багато звісні. Николаевцы, которые сейчас тоже занимаются развитием города. И я ее высказывал. И в принципе, там подходит место. И транспортная развязка идеальная, и на границе трех районов это все происходит. Однако я уже сейчас наблюдаю и вспоминаю э, поэта Некрасова. Не хотелось бы мне цитировать фразу. Вот только жаль, в это время прекрасное жить не придется ни мне, ни тебе. Все опять как всегда. Опять заговорят этот вопрос, опять у нас не будет центра э, оказания административных услуг, опять мы будем рассказывать о своих больших и красивых э, желаниях, о каких-то невероятных проектах, которые, к сожалению, остаются пока что в нашем воображении. Потому что э, надо хоть что-то закончить. Я, например наблюдаю за тем, как героически строится травматологический пункт. Его до сих пор называют пункт травматологический. Ну, казалось бы, четвертый год, уж нет жития от этих фрицев. Олександр Демьянов в останньому интервью нашему телеканалу казав про те, що мають здати цей объект в березні, 2019 року. Я сьогодні настроєн для Річицьких, Скажу вам так: уж полноч настає, а германа все нет. Е, ну, байкала морського магістраль швидше строїль. Так, я зрозуміла вашу позицію. А, те, що гримить останні три тижні в місті Миколаєві на всю Україну, так званий Маргариновий скандал. А, так, судя по вашему, вашей посмешке, у вас тоже есть? Своя думка по этому поводу? Ну, я думаю, как у любого нормального человека, тем более, что я э, после вооруженных сил и после окончания ВУЗа возглавлял учебное заведение, был э, директором школы когда-то на заре туманной юности, и очень хорошо понимаю, о чем идет речь. И очень четко понимаю, что такое комбинат общественного питания. Есть две составляющих. Первое. Подобные вещи, если они подтвердятся, они недопустимы. Они требуют жесткой реакции власти, правоохранительных органов и, соответственно, после этого соответствующей ответственности тех, кто это, возможно, допустил. Второе, я думаю, что э, есть два вопроса. Первый вопрос, кто виноват, на который почему-то в большинстве абсолютных случаев все пытаются сейчас ответить. Но мы знаем, что есть еще один вопрос, что делать. Потому что это же не первый скандал. Так, я скандал хотела сказать, уже был... что все мы батьки и знаем, что наши дети фактически не харчуются в едальных школах, в лекарнях. На моей памяти это уже третий скандал с комбинатом общественного питания за последнее десятилетие, и скандал довольно крупный, мощный, резонансный. Что касается ответственности, вплоть до уголовной ответственности, это забота и работа правоохранительных органов. Что касается того, почему так происходит, да потому что сегодня уже в жизни другие реалии. Если раньше не было вообще ни на что средств и централизация школьного питания, и вынужденная мера, как бесплатные обеды для начальной школы, молоко и булочка и так далее. Вынужденная мера, потому что родители не в состоянии всем детям купить обед в школе. И это хорошее начинание, и сегодня мы его осуществляем из городского бюджета. Но настало время, и этим можно, в принципе, заниматься. Вы даже те, кто встанет купить этот обед, они не захочут его купить. Я с вами не соглашусь, вы, наверное, судите по своему ребенку. У меня тоже есть внучка, которая тоже ходит в школу. Ей тоже не нравится, что нравится деткам. Вот. Деткам нравятся чипсы, деткам нравятся сладости, деткам нравятся чупа-чупс. Вот. Но точно вот я не знаю такого ребенка, который с невероятным наслаждением ждет перемены, чтобы отведать гречки или съесть котлету, это в меньшей степени. Поэтому нельзя судить, потому нравится детям обед или нет. Надо судить по его качеству и по его как бы, полезности. Должна быть у ребенка здоровая еда. Но... Соблазн огромный, все централизовано, 82 миллиона выделено городским бюджетом на питание. Настало время, на сегодня, так как уже есть очень во многих других городах, питание детское децентрализовать. И в тех учебных заведениях, в которых это на сегодня возможно, а это технически сразу можно думать где-то о 50%, заниматься конкретно тем, что дать право учебному заведению вести самостоятельную работу, возможно вести самостоятельный бухгалтерский учет. Имею право говорить, я был руководителем учебного заведения, у которого у первого была бухгалтерия и самостоятельный бухучет. Поверьте мне, для этого надо провести серьезную работу. Проще всего все централизовать вот, и периодически отбиваться от каких-то возмущений. Отдайте все на контроль директорам школ и родительской общественности. И в каждом учебном заведении, а это в большей степени касается не только школ, вот, но и в том числе больших детских садов, будет возможность самим приобретать питание, и легче намного будет этот вопрос контролировать, легче будет его обсуждать, легче будет работать на сегодня с современным качественным рационом, и децентрализовав этот процесс, мы сможем нормально, реально э, убедиться в том, что все намного улучшилось. Потому что настало такое время, и комбинат общественного питания, такой огромный, такой большой, он существует в крайне малом количестве больших городов Украины. Сегодня их это уже. Э, Когда-то был плюс. На сегодня, как мы видим, это уже как бы, спорный вопрос. Поэтому надо подойти ко всему разумно. Ломать, конечно, не строить, но рано или поздно систему которая уже себя не оправдала и которая выдает периодический сбой в виде постоянных э, коррупционных э, соответствующих соблазнов. А значит и скандалов потом есть. Чтобы не дай бог не закончилось тем, что на, рано или поздно, вот, дети э, могут просто отравиться от какого-то нерадивого руководителя, который либо не проконтролировал, либо еще, не дай Боже, украл у ребенка. И тогда уже э, будут совсем другие выводы. Пока этого не случилось, надо заниматься децентрализацией детского питания. Этот вопрос назрел. И в принципе мы поддержали бы ситуацию, в которой э, сейчас разработали бы реформу небольшую такую школьного дошкольного питания в принципе ведь дети не должны получать бесплатные обеды это вынужденная мера и добрая воля городского совета для того чтобы горожане могли кормить своих детей и экономить, свой и без того в большинстве случаев небольшой бюджет потому что очень большое бремя легло и коммунальных платежей сложных и платежеспособность крайне невысока а вправе ребенок в принципе прийти и имея с собой деньги вот какие-то небольшие вот по разумной очень э -э, демократичной цене купить себе ту еду которую он хочет, которая ему нравится, и это нет ни не чипсы и чупа-чупсы, вот тут нет, вот. есть здоровая еда, которую культуру питания нам тоже надо прививать, а где же ее прививать? Как ни в учебных заведениях, как не в детских садах, поэтому надо думать о разнообразии меню о внешнем привлекательном виде блюд, о высококачественном и сбалансированном продукте, о соотношении белков, жиров, полезных углеводов и так далее, и о многом другом. Настало время дать возможность отрабатывать эти вопросы уже непосредственно на местах. Есть же примеры. Там, где детский сад, а таких детских садов несколько у нас есть, и там, где школы, средние учебные заведения, вот. Имеют децентрализованное самостоятельное питание, все в разы и разы качественнее, лучше и вкуснее. Кстати, учителям тоже деваться некуда, они тоже питаться должны в этой столовой, и тоже покупать этот обед, так как его сейчас, в принципе, может купить любой взрослый человек, который пришел за ребенком и а вместе с ребенком пообедать. Либо кому-то, может быть, не подходит э, злаковые каши, он может купить себе картофельное пюре, он может купить себе целый ряд продуктов, Пора э, не централизовать меню. Вы представляете, на полумиллионный город практически одни и те же продукты, одни и те же склады, одна и та же система. Ну, вызывает э, много это вопросов. У меня они тоже в свое время вызывали вопросы. Деваться было некуда. Надо дополнительное оборудование, надо дополнительное штатное расписание, надо дополнительно на первом этапе какое-то количество достаточно солидных финансовых средств. Поэтому надо не углубляться в э, проблему, кто виноват, а децентрализовать систему питания, где это возможно, и дальше двигаться в этом направлении, сделать это все вкусным, здоровым, эстетическим, и сегодня такая возможность есть. Вон в этом году 400 миллионов гривен не использовано, если бы мы этим год занимались, была бы другая ситуация. Скажу честно, когда-то я был противником того, чтобы КОП был ликвидирован, потому что другого ничего не было. Сегодня есть средства. Надо просто научиться ими разумно распоряжаться. Слышать людей, слышать общественность, слышать руководителей учебных заведений, слышать педагогические коллективы, общаться с населением, а не жить по принципу ⁇ я сказал ⁇ Трошки відійдемо вже від цієї теми. Хотілося б поговорити ще одну тему, яка сталася ну майже на початку цього року. Миколаївщина, Миколаїв нарешті, придбав за 73 мільйони гривень в лізинг 23 пасажирських великогабаритних автобуси, так 9 метрів у довжину. І а, ми довго чекали на цю подію багато її обговорювали. А, багато точиться думок, пліток навколо неї. Хотілося б ваш коментар почути. Я не хотел бы сейчас как бы, давать какую-то оценку тому, правильно это или неправильно. Естественно, что коммунальный транспорт, э, как автобусы большой вместимости, средней вместимости, он остро необходим городу Николаеву, И это правильно. Транспорт по всем мире. Общественный ⁇ это транспорт, который получает соответствующие дотации. Рентабельным он стать не может. Это социальные виды транспорта. Для самых немалоплатежеспособных людей, для инвалидов, пенсионеров, для детей в учебный период, для э, тех семей, которые имеют крайне небольшой достаток. Поэтому должны быть комфортные, безопасные условия перевозки людей по городу Николаеву. Само приобретение я считаю крайне позитивным. Вдаваться сейчас в финансовую составляющую, форму оплаты, лизинг это, либо это кредит, либо это деньги, которые из бюджета ушли, это на сегодня не столь важно. И дороже это, дешевле это. Я не работаю в органах прокуратуры. Я не представляю следственные органы правоохранительные любого правоохранительного учреждения. Я сегодня лидер фракции депутат городского совета, и мы хотим видеть две составляющих: экономное, рациональное расходование бюджета, который огромен, и э, то, что за этот бюджет реализуется в городе. В данном случае общественный транспорт нужен как воздух. А как будет? И кто там, допустим, как считают многие общественники, не чист на руку, или кто там подошел к этому фривольно и не промониторил ценовую политику по запросам ценовых предложений, это уже вопрос прежде всего к государственной аудиторской службе. К правоохранительным органам и ко всем остальным. Если мы сейчас будем подменять с собой следователей раз за разом, шаг за шагом, то мы не продвинемся никуда. Каждый должен делать свою работу. Но э, вскрывать какие-то вещи, видеть, что на сегодняшний день э, что-то делается не так, что э, бюджет э, разбазаривается, либо неэффективно используется, либо мертвым грузом лежит в банке на депозите имеет право и обязан каждый депутат городского совета. Он должен бить в колокола, когда видит, что мы отстаем в своем развитии, очень сильно отстаем из-за того, что неэффективно используется бюджет, который, в принципе, мог бы уже сегодня быть воплощен в скверы, парки, площади, троллейбусы, трамваи, автобусы. Ну, не хочу никого критиковать, сколько уже времени прошло с 2015 -го года, когда приобрели тогда э, массово э, трамваи и троллейбусы, которые, э, в принципе, спасли город Николаев. Сколько было разговоров, болтовни. В том числе, час того коллапса, який влаштовали маршрутники. Да, когда 3 марта, или 4, точно не помню, э, в 2015 году город парализовался беспрецедентной забастовкой абсолютно необоснованной маршруточников, которые просто ничего. вымогали повышение проезда в разы. Э, да ничего они там не обосновывали. Что изменилось с этого времени в этом бизнесе, кроме того, что их становится все меньше и меньше, и они становятся все старее и старее, в большинстве своем, не все, конечно. Вот. Тогда надо было резко решить вопрос с очень большим количеством электротранспорта. Сколько ж тогда было средств. Вот. И тогда сумели приобрести достаточно качественную технику электротранспорт, которая решила, вот уже идет четвертый год. Как только этот транспорт, в принципе, пока решает эти задачи. И э, ну, люди очень довольны, мы бы уже давно пешком действительно ходили, как сказал директор электротранса. Поэтому надо двигаться вперед в этом направлении, надо заниматься не прожектами, не э, мечтать. Не беспрерывно заговаривать это на различного рода э, совещаниях или телевизионных эфирах. Надо просто один раз взять и приобрести. Тогда нашей команде удалось решить этот вопрос. Кто бы там что ни говорил. Годы прошли, и все стало на свои места. Тому треба встать, и пята Потому что сейчас нашего эфира уже нажали вычерпану. Ну, ви та на роботі, а мені можна йти на роботу. Я вам дуже дякую за те, що сьогодні в нас з вами вийшла дуже змістовна розмова. Отже, нашим телеглядачам хочу нагадати, що сьогодні у нас в гостях в програмі діалог був Юрій Гранатуров, Миколаївський міський голова 13-15 років, і лідер фракції наш край Миколаївській міській раді. Дякую вам і дякую, дякую. нашим глядачам за увагу. До побачення.